Кабачки в кляре – это классика летних блюд. Дополним это овощное блюдо свежим йогуртовым соусом с зеленью и получим необыкновенно вкусный дуэт. Приглашаю всех к столу. Кляр для кабачков будем делать с ароматными травами и сыром. Получится очень сытное, но в то же время легкое блюдо. Угощайте им своих близких дома и на даче. А как приготовить кабачки в йогуртовом кляре с сыром, читайте в пошаговом рецепте. Подготовьте необходимые ингредиенты. Кабачки помойте, нарежьте колечками и подсолите. Дайте им постоять 10 минут. В миске смешайте йогурт, молоко, яйцо, соль и любимые травки. Добавьте муку и натертый на мелкой терке сыр. Хорошо перемешайте. Кляр должен получиться по густоте, как сметана. Кабачки пустили немного сока. Их нужно промокнуть бумажным полотенцем. В сковороде разогрейте растительное масло. Колечко кабачка обваляйте в муке, затем в кляре и выкладывайте на сковороду. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до румяности. Приготовьте соус. Чеснок очистите, помойте и мелко порубите. Зелень также помойте и порубите. Все перемешайте и посолите по вкусу. Соус готов. Приятного аппетита!